Иркутском. Ему 16 лет всего, как жемчуга на чистом блюдце, блестели зубы у него, как жемчуга на чистом блюдце, блестели зубы у него. Над ним неделю издевался японский офицер в тюрьме. Он все время улыбался, мол, ничего не понимает. Водили мать из дому, водили раз, водили пять, а мы вовсе не знакомы, и улыбается опять. Ему японская микада грозит, кричит, признайся сам. И били мальчика прикладом по знаменитым жемчугам. Комсомольцы на допросе не трусят и не говорят, недаром красный орден носят они уж много лет подряд. Погиб судьбу приемля, как подобает молодым, лицом вперед обнявши землю, которой мы не отдадим, лицом вперед.